Борьба с наркотиками – главный приоритет. Сегодня глава Якутии Егор Борисов провел заседание антинаркотической комиссии Якутии. В нем приняли участие руководители управлений ФСБ, ФСКН, МВД России по региону, врачи-наркологи и представители Кабмина республики. Обсуждалось состояние работы по противодействию злоупотреблению наркотиков в Усть-Алданском районе, меры, направленные по профилактике наркотрафика, употребления запрещенных препаратов и эффективность взаимодействия с органами системы профилактики Якутии. Глава региона особо отметил, что проблема наркотизации населения серьезно беспокоит якутян, и в данный момент к угрозе со стороны наркобизнеса необходимо отнестись максимально серьезно. Сегодня мы должны понимать, что распространение наркомании расценивается как одна из основных угроз национальной безопасности Российской Федерации. Мы определяли ряд мер, которые должны были реализовать. Работа ведется, но есть моменты, по которым необходимо повторно обратить ваше внимание. В частности, я уже второй год ставлю о строительстве наркологического диспансера, который почему-то отражение в решениях правительства и парламента не принимает.